Привет, друзья, меня зовут Максим, и мы продолжаем играть Чужой. Чужой. Изоляция. Прикольный чувак. Такая мимика. Грузовые перевозки. Следующая остановка. Давай грузовой ты терминал. Объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Реально. Давай. Давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Ну, жуть. Тихо. Монстр. У-у-у, как страшно. Тут ходит монстр, а ты так спокойно ходишь. Что? Черт, валим! Со мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Ты опух? Нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Слава богу, я вас нашел. Так, нам сюда, чувак. Закрыто, блин. О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Все время мерещится, что эта тварь прямо за стеной. Иду. Мой приятель видел парень. Так что же ее можно уйти живым, главное. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки мне для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Ну что тут есть? Твои ботинки зачем мне нужны? Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Что взять? Это нол. Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. Ух ты, и фонарик. Взять не забудь. Прикольный такой. Ты чё её ломаешь? Только не включай, где попало. А то нас заметят. Тихо. Пошли. Да подожди ты. Сохранюсь. Всякий пожарный. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта — единственный выход. Найди ее. Шахта. Батарейки. Тихо. Опять батарейки. Так. Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Похоже, да. Батарейки, батарейки? Нет? Я
знал, что она где-то здесь. О. Видишь? Я же говорил. Жетон. Чей-то. Ну, пошли. Ой, блин, ни хрена не видно. Без фонаря вообще худо. Давай, давай. Лучше тут не задерживаться. Стоп. Как батарейки? Ладно. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Не называй меня детка. Как говоришь, корабль-то называется? И тишина. Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не злить. Ничего, прорвемся. Иди за мной. Что это было? Странно это все. Тихо. Ладно. Тихо ты. Да, тихо я, тихо. Стой. Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Мы тут дожидаемся, пока не приходят. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Класс. А где генератор? Кто последние запасы проверял? Ну я. А что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял. Ты чего несешь? Эй, ничего он не брал. Я был рядом. Стоп, тут мы еще не проверили. Значит, точно кто-то левый залез. Ладно. Босс, да он обычный продавец. И что, ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю. А ты поменьше говори, за умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы. Спать надо. Я так долго не протяну. Да, да. Да. Никто не увидел, да? Во, я умничка. Там кто-то есть, ты нас не зли. Мы люди нервные. Последний шанс. Кто-то есть! Твою ж мать! Они ведь сюда не полезут? Что я наделал? Привет. Не-не-не.
Бежим. Молодец, Рибли. Сюда. Ты где? За мной. Да где ты? А, его вижу. Ты дурак, когда отвлекала, блин. Там себе проходил. Так, давай, куда идти дальше? За тобой, куда за тобой? Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Так, прочитаем. Херня, короче. Идем дальше. Ну, чувак, давай, веди меня. Чё стал? Я ведь тут ничего не знаю. Открывай. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Ага. Что-то он хитрит, нет? Где второй пульт? Ага, вижу. Готово? На счет три. Раз, два, три. Акси. Сзади, сзади, чувак. Какого хера? Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь перейти все, что плохо лежит? Уберите руки! Не на тех напал! На, получай! Ох, нифига! Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся! Да это уж точно! Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Бежим! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Конечно, мертвый. Все, спаслись? Отлично. Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это чё за херня? Твою ж... Господи, что это за тварь? Какого хера? Давай, 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 быстрее. Ну, в чем дело? Давай, давай, давай.
What the fuck? Технобашня. Что это? Тихо ты. Да пипец. Так, сюда потом. Так, откуда мы пришли? Так, третий сектор, да? Окей. Сначала тут все проверим. А у меня бы револьвер. Перенаправляйте ток, чтобы включать и отключать системы, находящиеся рядом с вами. Системы подпитываются от источника энергии ограниченной мощностью. Отключив одни, вы сможете включить другие. Чтобы узнать, где находится локальная система, изучите карту на правом экране с помощью мауса. Получайте доступ к новым секторам. Отвлекайте внимание врага и экспериментируйте с системами Севастополя. Все это поможет вам достигнуть цели. Заботимся о вашей безопасности. Просим вас немедленно сообщать о неполадках в работе транзита. Так. Что-то пищит. Пип. Пип. Плазменный резак. Мне вообще-то нужно оружие. Что? Ну, окей. В центр связи. Да чё ты орёшь там? Зря я туда пошёл.
Так. Окей. Я тут что-то открыл? Нет? Так, еще раз. Нестабильность системы динамиков. Ладно. Ну давай. Стоп. Что у нас там по заданию? Попасть в центр связи с Сиксом. Попасть на лифте в центр связи. Вот что нам нужно. Отлично, камера. Есть там кто? Создан. Ладно.
какая-то девка бегала. Что это? Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Найти элемент данных и получить УРД. Да, просто найти. Где только она была здесь. What the fuck? Вон там, она внизу была. Да, бежите вниз. Твою ж мать. Да идите вы нахрен. Шо отсюда? Где тут пистолет? Блин, убили. Следняя. Подождите. Да уж. Это уже интересно. Пеп-пеп-пеп-пеп-пеп-пеп. Ну, давай. Пожалуйста, не оставляйте вещи без присмотра. Я так понимаю, сначала тут должен включить. Окей. Давай. Вот. Найс. Теперь тут. Короче. Уважайте других пассажиров. Не мусорите в вагонах. Да иди ты. Прикалываешься. Так, ну тут тихо. Открывайся ты! Эй, сюда! Тут кто-то есть! Никого там нету. Да, о, это я пропустил. Нам бы оружие. Они где-то сверху. Чёрт. Ага.
Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Да-да-да. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Идут. Вон там, она внизу была. Ну что там? Лично я бы не расслаблялся. Лично. Короче. Давай, сваливай. Спи, придурок. Ты мне нужен живой и в сознании. Тихо ты. О, нет. Жопа нам. Я уже забыла, как тут все было раньше, до того, как началось. Кто-нибудь это видел? Эй! Твою мать. Давай. Залезай, пожалуйста. Так, аптечка. Начинайте искать. Охренеть. Пошла ты. Ищите. Короче, все, мы его спугнули. Что мне делать? Так, похоже, свалили. Давайте сохранимся. Фу. Пипец. Инженерный тауэр. Нам нужна технобашня. Вот это и есть, наверное. Лоренс.
Ладно, давайте завершим на этом. Да ладно! Валим, 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 валим. Чекай, слышу. Короче, пускай убивают. Давай, мочи, мочи меня. Чего я не могу взять револьвер? Блин. Стоп. Давайте попробуем убить. Где этот чувак? Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Да-да-да-да-да-да. Ау, я тут. Ничего, наверняка помощь уже близко. Чш, я что-то слышал. Давай, давай. Иди сюда, иди сюда. Но долго я тебя буду ждать. Привет. Вам что, ручкой? Тихо. Ну давай, бежи сюда. Тихо ты! Да твою ж мать! Ну, двигайся! Какого хера? Я тут. Но я убил вашего человека. Блин, надо ли птичек? Жопа мне. Блин. Он не мог далеко уйти. Да ладно. Короче, хрен с вами, потом разберусь.